Да. Косяк с траекторией. Перетормозим чуть-чуть. Потому что неправильно, что стал ходить в траекторию. Рано тормаживаться стал. Вторая передача. Светочка чуть-чуть. Выходим на вторую часть поворота. Выходим потихонечку. Можно даже особо не поворачивать. Самое главное не забывать переключать передачи, потому что у меня ручная кэпка постоянно. Так, мой любимый поворот, который косячу постоянно. Ну, нормально. Задержка в накате, но нормально проехал. Так. Моя любимая плохая привычка. Тормозить во время поворота. Так, чуть-чуть помедленнее. Так, так, так. Без дрифта не прыгать. Я считаю, что на YouTube, ну, рекорд сейчас будет, да? Да. Полсекунды проехал. Ну, с учетом того, что я накосячил. Один прыжок. Кстати. Я знаю, что сейчас я сделаю. Я вам покажу, что такое кривизна прорисовки. Делаем из салона. Что вы слышите? Громкое переключение, тихо двигатель. О, все, проснулся. Звук ушел куда-то влево. Ладно. Крутить не мать сейчас сделать, когда ровно руль. Но анимация плохо работает, что-то сам куда-то поворачивать непонятно. Обратите внимание, в правую ногу ушел каркас. Обратите внимание, где левая дверь. Каркас ушел в дверь. Озвучка. Мать моя женщина. Сейчас на максимальной скорости будет еще круче. Слышите? Как будто кто-то в тройне пытается передануть. Причем через рот, ухом. Мой любимый кривой поворотик. Вот вы слышите, да, там? Приятная озвучка, которая перекочевала из мобильной версии игры. А там об этом писали еще до того, как появилась Nissan Silvia S15. То есть прикиньте, как это давно было. Еще сам Плаза был старый. Еще Wheels Racing не было. Вы представляете, как давно об этом баге писали. А, Nissan Skyline R34. Когда ты едешь в салоне от первого лица, едешь, наслаждаешься звуком и слушаешь. А дальше мой канал будет называться Багнета. Будет нарезочка из багов именно этой игры. Немного. Рекорд. Лишненький рекордик. Ты издеваешься. Смотрим. Прыгает. Так. Что такое? Вот. Вы сейчас сами видели. Из себя тряпнет. Что сейчас было? Фу, блин. Даже так. Что за ужас? Опа! Сглазил. Ты хоть прыгать. Даже я боюсь поворачивать уже. Это не мой косяк. Что происходит? Ее до сих пор не закрыли. До сих пор не закрыли. После того, как Сан Плаза обновили. Заехать себе в бокс. Вроде все хорошо. Стены нет. Крыши нет. Ничего нет. Поехали насквозь. Что происходит? Куда опять полетел?
Прикол. Прикольно сейчас было. И ты на крыш валяешься. Логика. Nissan ездит на BMW. 5 минут, полет нормальный. Ну, здравствуй, народ. Надеюсь, вам понравилась эта скромненькая нарезочка моего легкого психоза. Просто как бы уже чуть-чуть все-таки наболела та ситуация, что автомобили постоянно прыгают. Не знаю, это есть не у всех. Вроде бы как. Это знаю, это есть не у всех. Но почему-то меня эти баги постоянно преследуют. Так что теперь у меня канал чуть-чуть переименуется. Я думаю, либо временно, либо постоянно, пока не знаю. Но теперь канал у меня будет Багнето. Раз уж мне везет на баги, почему бы не переименоваться? Счастливо, ребята!